турнир, понимаешь, посвящен Бланк. Это сильнейший был тренер у нас. Вот, он много вырастил боксеров хороших, да. Мельник был сам чемпионом России. Вот, тоже очень много, понимаешь, его тут учеников есть, да. И Леонтьев, боксер был России. Вот, и я, и очень много учеников у него. Очень все были порядочные люди, очень сильные тренера были. Очень сильные тренера были. Я скажу одно, что, понимаешь, у нас никто не забыт, никто не забыт. Турнир очень выявляет сильнейших боксеров, да, очень выделяется хороший боксер с Севастополя, вот, Симферополя, да, и видно, понимаешь, как бывшие мальчики становятся боксерами. После турнира будет сборная Крыма, которая выступает на первенстве России. Вот. У нас очень сильная федерация, очень сильные боксеры. Уровень хорошего класса. Сюда приехали боксеры со сборной Крыма. Обкатываясь на таких турнирах, я получаю опыт для дальнейших выступлений на более классовых чемпионатах. Ну, турнирах, ну там чемпионат России, например. В феврале будет турнир, который будет проходить в городе Анапе. И, конечно же, мне надо побольше проводить боев на таких незначительных турниров для того, чтобы получить личный опыт проведения спарринговых. Конечно, на более титулованных спортсменов всегда очень большая аудитория людей, которые хотят встать на их место, и я понимаю это и подхожу с серьезной ответственностью на каждый бой, стараюсь по-особенному как настроить себя для того, чтобы не получилось никаких, как бы сказать, пробелов в моем бою, чтобы соперники видели, что действительно я что-то из себя представляю.